все предельно понятно. Станция, проезд на метро, на поездах очень дорогой. Здесь много линий, каждая линия имеет отдельную свою стоимость. Когда вы заходите, ваша карта фиксируется, на выходе считываются деньги, в зависимости от расстояния, от линии. Короче, если туда-сюда пару раз ездил, 10 манат как не бывало, даже может больше. Только успеваю заряжать карту. Я вот думаю, что такого я особенного накупила, что у меня деньги так быстро и катастрофически подошли к концу. Я накупила много-много ненужных маленьких вещей, которые будут окружать меня и на кухне, и в комнате, и в сумочке, и напоминать о Японии, которую я очень люблю. Которую мы сейчас едем. Она проходит под водой Токийского залива, где находится остров Одайба, сделанный из сожженного, из пепла сожженного мусора. Представляете? Целый остров. И мы сейчас едем под... Из пепла сожженного? Да, он сделан из сожженного мусора. Да, утилизированный мусор, особая высокотехнологичная переработка. Да, да, да. Представляете, сколько островов можно было сделать из кульков, которые летают по всему Апшерону. Огромный состав. Мы вышли на станцию, где наши дети зарезервировали ресторанчик, чтобы посидеть, отметить наш скорый отъезд, к сожалению. Как называется станция, я не знаю. Сейчас спросим. Мы на острове. Станция называется Тенозо Айл. Представляете? То есть мы ехали-ехали под водой и приехали. Надо точно почитать. Сейчас мы придем, там будет бесплатный интернет. Почитаем про эти острова. Что-то я помню, что я читала, что острова сделаны из сожженного мусора. Сейчас проверим эту информацию. В один из своих предыдущих приездов, вот в первое лето, мы были на острове Одайба. Одайба, где находится огромный Toyota центр. Нет, мы не на Одайбе. А где мы? Нет, мы сейчас не на Одайбе. Были в первый раз. Вот. Там было очень-очень-очень интересно, потрясающе. Там большое колесо обозрения. Здорово. Ну вот, настоящий путешественник по Японии должен износить 7 пар обуви, принести 7 центнеров товаров и съесть 7 японских ужинов и завтраков. Нет, что-то я преувеличила, не 7 центнеров товаров, а 30 кило и не больше. Ну, еще можно вручную класть напихать. Смотрите, это канал между островами. Когда мы снимали с колеса обозрения, было видно, как вот такие ровные очертания островов. Между ними каналы. Ага, нам нужно туда. Ну-ка, пойдем и выйдем. Будем считать, что это Токийский залив, потому что вода в каналах, ну, скажем так, связана с Токийским заливом, поступает оттуда. Смотрите, как здорово. А вода у нас из Токийского залива поступает из Pacific Ocean, из Тихого океана.
дует ветер в лицо. Но он почему-то не пахнет морским не запахом. Пахнет? Пахнет? Тут я уже принюхалась. Когда мы зашли, пахнет. Сейчас, да, вот сейчас уже принюхались, да, не пахнет. Или просто для нас может быть привычный морской воздух. Как-то я особо не почувствовала. Но свежесть. Такой вот простор. Вот баржа стоит, смотрите. Ой. Катерок. Или прогулочный катера точно. Мы уже заходим в ресторанчик, я не знаю, Харбор это гавань. Посмотрим, что там за Харбор. Компании, поэтому я особенно снимать не буду. И т.д. и т.п. Судя по звукам, тут очень весело. Так, сниму чуть-чуть и все. Вот так. Заходим. Кто-то застрелил. Ну, по тебе сложно понять. Наш друг. Все, мы зашли. Всех цветочки на столе. Нас встретят друзей. Сейчас нам принесут наши заказы. Я заказала свордфиш, рыбу меч. Ребята заказали стейки, а девочки заказали, посмотрим, что. Это мой свордфиш. Вы представляете, что это такое? На курицу похоже. Я, например, не надо обижать от моего сворда. Я вообще фанат как бы мечей и так далее, поэтому у меня тут своя катана есть. А Сева, что это у вас такое? Это чикен. С пюре. А что у нее палочка торчит? Палочка, вот не знаю, сейчас. Медиум. Так, а там что у вас? Медиум. Медиум, не медиум. Все, приступаем. Итадакимас. Какие-нибудь листьями и так далее, как бы ты все съешь, и сейчас тебе скажут, скажу, что такое рыба, этот самый сворд. Нормально, вкусно, но необычно. Она не похожа на рыбу. У нее вкус, знаете, какой? Какой-то вот осьминогово. Морской вот такой вот, океанско-морской вкус. Вот знаете, какой-то вот рыбный пузырь, вот бывает, когда жарит рыбный пузырь. Какой-то вот такой дух у нее. Будем кушать эту рыбу. Ветер перестал быть томным. Это было... Ой, я сейчас видела, так интересно. Здесь, значит, в этом ресторане 6 видов пива. И вот за соседним столом, я вижу, принесли, значит, такие кассеты. И в них такие маленькие стаканы стоят. Ну, примерно как армуды. Вот, ну, побольше армудов, да? Стаканчики. Прямо такая каждому по такой кассете. А как там все 6 видов пива? Как интересно. Но, к сожалению, я не могу снять. Руку, руку! Вот такая, видите, упаковка. И у каждого такая. Японцы тихие, но когда они собираются, вот пивка выпьют, они очень даже шумные. Самой крем брюле. Что-то такое очень вкусненькое. Какой у Игоря шоколадный пирог с мороженым. Там будет борьба за пирог. Сверху румяная корочка. А под ней вот такой мусс какой-то кремоподобный, фруктовый, безумно вкусный, безумно. Очень вкусно. Ой, мы совсем круто гуляем. Мы вызвали такси,
чтобы нас довезли до метро. Представляете, я никогда не ездила на токийском такси. Никогда. Hi. Konbanwa. Мне открыли дверь. И я сажусь. Вот я села. Вот такой таксишка внутри. Он держит дверь, чтобы мы сели. А ты сейчас я... Мне же повезли в середину. Водитель вышел. Ой, мачете, держал дверь, но пока мы не сели. Что-то невообразимое. Сейчас он выбирает маршрут и везет нас в ту станцию, чтобы мы не шли долго. В Токио безумно дорогое такси. Безумно. Нужно получать токийскую зарплату. И тогда можно пользоваться всеми удобствами и транспорта, и удовольствий, и т.д. и т.п. А для нас, конечно, эти все цены звучат очень-очень ужасно. 10 часов вечера. Станции уже вот такие пустоватые. Все же давно вернулись с работы, кушают дома, отдыхают. А мы едем с ресторана. Ну вот, мы с пересадкой на двух линиях метро добрались до нашего прекрасного, тихого, спокойного района. По пути я прослушала все, что я записала. Тут безумную прогулку на Шибую, вот это все, шум, гам, гай. Автобусы, машины, люди, переходы, пешеходы. Ну, вроде бы интересно. Сейчас я приду, все это загружу. Итак, да здравствует тихие, прекрасные улицы. Ну все, спокойной ночи, пока. До новых встреч!